2 килограмма маковой соломы изъяли ивановские наркополицейские, ликвидировав наркопритон. Крупную партию наркосодержащего растения приготовил и хранил организатор у себя дома, где изготавливал наркотики вместе с другими наркозависимыми лицами. При обследовании жилища, кроме маковой соломы, оперативники обнаружили и изъяли инструменты и посуду, при помощи которых готовили наркотик, а также кодеиносодержащие и другие медицинские препараты, запрещенные к свободному отпуску.